Да, есть, конечно. Долго такая так. композиция. Нет, я просто, как бы это сказать... А никак не сказал. «Шаляй-валяй». Песня. То есть так называется? Да, песня, опять же, это кавер-версия. Да. Но, тем не менее, хорошая песня, нам нравится. Я думаю, зрителю понравится. Почему бы не сыграть? Давайте послушаем. «Шаляй-валяй». Вы, в общем-то, не оправдали наших надежд. Вы их превзошли. То есть, на самом деле, 9 месяцев прошло не зря, вы выросли профессионально, и очень хочется пожелать от себя лично и от всех тех, кто сегодня вместе с нами, чтобы запись альбома удалась, чтобы мы ее с вами, может быть, даже на этой сцене презентовали, и
весь огромный-огромный тираж будущего альбома тут же и продали. Можно, конечно, раздарить, но лучше продать. Наверное, это приятней. В общем, желаем вам творческих успехов, чтобы все у вас получалось, чтобы вы оставались такими же задорно-позитивными, такими шаловливо-хулиганистыми, чтобы... Ну, в общем, чтобы творческие мечты все сбывались. Давайте поаплодируем нашим сегодняшним гостям группе «Лондон». Всего вам доброго. До новых встреч на музоне.ру. Я был бродячий музыкант, зарывший в землю свой талант. Имел я скверный инструмент и каждый момент. Меня он сильно